что ж, джентльмены, прошло 48 часов с тех пор, как наш человек Плацкович вернулся из замка Вольфенштейн. У нас было время, чтобы переварить его информацию. Информацию, которую можно назвать воистину ошеломительной. Вы преуменьшаете, сэр. Вопрос, который я сейчас задаю вам, звучит так. Чем на самом деле занимаются нацисты? Откровенно говоря, сэр, я не думаю, что мы знаем достаточно для ответа на этот вопрос. Да? Не поймите меня неверно. Мы многое узнали об их возможностях, но это уже пугает. Да, да. Но... Да, Джек? Меня волнуют две вещи. Что это за черный рыцарь, в котором они так заинтересованы? А что дали наши исследования? Ничего, абсолютный ноль. Ну, это, вероятно, опять эти шаманские штучки. А что, во-вторых, Джек? И второе, это голова смерти. Боюсь, что это, возможно, самая опасная фигура во всем Третьем Рейхе, и мы не имеем понятия, как он связан со всем этим. Голова смерти? Разве наши источники не говорят, что он на ракетной базе на Балтийском берегу? Это так. На самом деле, если все идет удачно, то Плацкович уже на пути туда. Да? Да, ему приказано проникнуть туда и вывести из строя весь ракетный комплекс. Если ему повезет, он сможет даже завладеть экспериментальной коброй. Реактивным самолетом Кобра? Тем самым. Это потрясающая новость, сэр. Так что вы скажете, Джек, о моих инструкциях нашим людям не упускать никаких ниточек, ведущих к проектам, как-либо связанным с паранормальностью? Я скажу, что это превосходная идея, сэр. Они тренируются сегодня? Ах, я не знаю. Здесь где-то есть график. Можешь выяснить, если тебе это интересно. Я думаю, нам нужно разобраться с этим. Разбирайся с чем хочешь. Но я должен оставаться на посту. Или мне не сносить головы. Да, да. Оповещу часовых.
доставка сегодня? Думаю, что да, больше ничего быть не должно. Is someone there? Около 3 часов назад генерал Эскарп с эскортом прилетели сюда. И часа полтора назад они отбыли. А, голова смерти и его люди. Они постоянно тут снуют. Подождите минутку, капрал, мне нужно сделать кое-что важное.
Айзеков, Максимасов.